Ну. Мир вам, Игнат Тихонович. Мир вам. С миром. Ой, кого я вижу. С новостью, Игнат Тихонович, к вам. Давай. Хотел до завтра, думаю, никому не буду говорить, пока Игнату Тихоновичу не расскажу. Хорошо. Вот, сегодня приглашал меня епископ по поводу отлучения от причастия, то, что было полгода уже назад, да, относительно нас приказано-то. Вот. В общем, сегодня снял запрет на причастие. Вот. А вас просил о нем молиться. Как его звать-то? Диодор. Диодор? Диодор, да. Буха первая Д. Димитрий, да? Д. Т. Диодор. Я такого не знаю даже. Вот, но он... Ну, только по буквам. П. Т. Первая Т. Д. Дмитрий. Д. Дмитрий, потом Диодор. Диодор, да. Это есть такое. Такого монаха одного знал. Вот. Он кто? Епископ? Архиепископ? Епископ. Епископ. Ну, передайте ему, прошу его о мне молиться. Спаси Христос, передам. Ну, у меня поэтому... с одним епископом договор такой, и я молюсь о них, о всех. Вот, так что мы поговорили, в общем, он... Вот, ну, в общем, вот, без всяких лишних слов снял запрет, и все. А вы знаете, в житиях святых есть такие примеры, но я их насчитывал, знаю. Был пресвитер, у него, говорит, из затылка рот видно было. Проказа проела, и насквозь рот видно было. И тогда святой возопил, увидел такое страшное состояние. Говорит, а почему? Он говорит, это за то, что незаконно отлучал. Они не знают еще, что им готово. Незаконное отлучение падает на отлучающего. Второзаконие 19.19. Он незаконно сделал, у него власть такая. Вы меня-то помните, спрашивали? А вот отлучат, что? А мне сейчас говорят, да что он боится-то? Привет, потеряй, куда причаститься. Но я-то другой ответ даю. Епископ сказал строго держать. Вот у меня, когда был у нас епископ здесь, Ептихий-то, сильно одно время грозился. Я выпустил три материала, которые в книге «К истинному православию о войне», что оружие не брать, присягу не принимать, а они же патриоты. Дальше о слове, что я за русский язык. И о проповедь, о благовестии. Ну и он грозился батюшку запретить служение, а меня совсем выгнать, отлучить. Я сразу оповестил всем, чтобы молились, и все, я в коридоре стою готовый. Отлучил я сразу в коридор, но запретить в университете он никогда не может. Тут я его не... А он приехал, прошел время, я молиться стал. И что Бог сделал? Вообще, вот кому скажешь, да вы хвалитесь, опять хвалитесь. Я рассказываю просто, забудьте про меня. Приезжает отец Аким к нему туда. Смотрит, а он один, и в тихий там считает что-то, а священник и диакон сидят на скамейке. А вы что не молитесь со ним-то? Что с нашим епископом еще сделалось? Он так правильно понимал, только на церковном славянском. Это братья Лапкины его переломили так. Он сам переводит сейчас на русский язык, за упокойное считает. А они-то остались те же самые-то, и они на него... Вот какое дело-то. И главное, как им удалось, говорит, вот это один писатель пишет, Черкасов. Я, говорит, Георгиевский, я, говорит, не знаю, как это можно было. Епископы зазомбировали. Не, на самом деле, вот я просто тоже поражаюсь, как Господь вот силен все делать. Да, я сказал. Это действительно молитва, наверное. Вчера он у нас, владыка-то служил, не вчера, в воскресенье, как раз на праздник... апостол Андрея. И такую проповедь сказал хорошую, как раз о том, чтобы не были-то мы как тряпками, не ссылались на наши немощи, что мы немощные, там, да и мы такие все больные, никудышние. Такую он, в общем-то, сказать, слава Богу. И вот сегодняшний разговор, ну, мне очень понравился, как бы, как вот, такое ощущение, как будто другой человек, вот, на самом деле. Знаешь, вот что-то Господь делает такое. Мне сейчас одна звонит днем, но у меня днем-то, сам знаешь, 7 раз на молитву, по 100 поклонов и все. Сегодня меня долбят и долбят со всех сторон. Я посмотрел вечером, 12 раз на молитву за день загнали только. Тот болеет еще, а вас все время мысль. Начинаю то молиться, вас подхватываю. Вот у меня на молитве эта связь самая главная. Я еще не знаю, что-то за этим есть, что не знаю. Но думаю, раз Бог напоминает, я молюсь в каком порядке, а вы у меня на первое место перескакиваете, я, значит, вас первого хватаю и тащу. Господи, вот он еще нуждается, не знаю, еще у него там. Да. Я... Слава Богу, я как раз переживал, что на завтра только перенесли. Думаю, из-за того, что мы-то ладно,
Думаю, что за епископа-то вы помолились, потому что он так неоднократно просил, чтобы вы о нем помолились. Скажите, что я неоднократно просил, прошу второй раз и третий раз. Я буду всегда его поминать среди всех епископов. Мы молимся очень об разных людях. Вот сейчас мы даже Эрдогана турецкого подцепили, за него молимся. Сильно нарушились отношения с Россией-то. За Бараку, там, за Рамзана Кадырова молитесь. У него недавно было большое, готовились эти, человек, наверное, 12, а из ИГИЛа, в ИГИЛ думал убежать-то, и он с ними на площади беседует. За что вы меня хотите убить? За что? Их разоблачили, и теперь они стоят. И он с ними говорит, вот вас сейчас держали предварительно там заключение, вам давали пить? Давали, есть давали, давали, били? Нет, не били. Вам давали молиться? Намаз совершали? Скажите. У народа сейчас есть газ, есть вода, электричество. Все в развалинах было. Построили самые большие мечети в Европе. Скажите, чего вам не хватает? За что вы меня убить хотели? Не могут ответить. А тут стоит отец, плачет, мать плачет. Они понимают. Ну, это одно слово, только вас не будет. Вас растерзают, вас убьют. И он с ними проводит такую беседу. О, это единственный правитель у нас, который... Ну, до конца это все. И ты продался власти. Ну, скажите, как я продался? Я исполняю все заповеди Корана, я молюсь. В чем продался-то? Вы конкретно скажите. Вот один ты лгал, вот говоришь, я не делал, я тебя обрещил. Но какой ты мусульманин, когда лжешь старшему просто в глаза, ты знаешь, кто я. А он же везде лезет. Везде. В школе какая-то взятка, он узнал, пришел туда уже с милицией. Допросил такой-то, арестовать, сразу забрали и все. И он с ними, когда разговаривает, женщина там какая-то не может. Он тут же собрал деньги, там сразу ей помог. Даже в Дагестане где. Вот услышал он где-то, ну, не тонированное стекло, то он сам сидел за машину, надел эту фуражку ДСП и поехал. Ну, тот обычный шофер сидит, так к нему подходит. Рамзан Ахматович, так, да чего ты нарушаешь-то? А улыбается. Гляжу, уже пересел на велосипед, жмет, а за ним охрана вся на велосипедах по Грозному. Мы за ним молимся. Я ему книги подарил, так от него мне благодарность пришла какая. Может, были тоже вот, да, не игнорировал, а взял вот и даже нет, все. Нет, что ты? Что ты? Нет. Да. Мы поэтому молимся каждый день о нем. У него, да. Он является самая, говорится, низина России, оттуда все идет. Он говорит, нашей породе отца убили, и, видимо, думает меня убить. У нас в породе мало живут. И показывает интервью, когда берут у него, у жены, и она все время рукой закрывается, никогда не давала, как подвязана она, какая сидит, ну да, все это как да. У них. У него 6 дочерей, 3 сына. А по-вашему потом, вы об этом фильме сказали, мы со Светой посмотрели его как раз, нам тоже понравилось. Света Козырова, хороший, правда? Хороший. То есть нам, христианам, надо смотреть везде, брать хорошее и у себя применять, а не злиться. Да, сегодня... и вот... Да, Игнатий. Сегодня Дудин с жалобой на тот ролик, который, когда хороший, пришлось убрать. Я его перевел на Мой мир. Еще два перенес. Он на два каждый день жалуется туда. А что жалуется? А ролики стоят на Моем мире, вот зайдите. Такие хорошие. Видел? Он туда нажалуется, Игнатий Тихонович. Да, уже на Мой мир убрали один, но я его переименовал и поставил опять. А-а-а. Что с человеком делается? А хорошие беседы были. Он помогать старался советам, как Великобританию визу открыть и прочее. Ну, ролики стоят живые. А почему так? А потому что страшно оглянуться. Что я наделал? Он не может еще понять. Когда один отступник такой был в житиях святых, ну, перед мучителем стоят, а он уже там справа от них. И он говорит, ты был как цветущий райский сад, а сделался гнилым болотом. Как ты мог так дойти? А это было с Маркелином. Патриарх? Отрекся перед народом и стоял вместе с императором. А народ молился о нем. Вдруг он дрогнул и сразу отступил. Его казнили. И он говорит, меня не хороните. И тело его бросили. Оно дней 40 валялось где-то. А потом ангел явился и сказал, почему не хороните? Он говорит, нас заклял. Проклят будет, кто меня будет хоронить. Но он сказал по самоуничижению, то похороните его. Маркелин. И он канонизирован в списках святых. Так что сегодня день еще не последний. Вот как. Слава Христу. И вот и удивительное дело, как раз мы
владыкой ты разговаривали, речь зашла и о русском языке, и я тоже нашел поддержку в этом отношении от него, что надо и Евангелие, и апостол, и особенно он тоже согласился, что Паримии надо на русском языке читать. Так что, может быть, у нас тут в этом плане серьезно будут изменения какие-то. Ну, а это не запрещено. Никак, да. Патриарх Кирилл, он никак не запретит. Да. Почему? Об этом Феофан Затворник много говорил. Но сегодня-завтра, но когда-то надо начинать. Люди-то не понимают ничего. Да. Да. Так что слава Богу. Можно сказать? Ну, скажи. Я просто хотела сказать, вы же вот тоже говорили, что у меня есть одна знакомая, которая меня терпеть не могла. И вот я просто, мне хочется обратиться к людям, которые тоже, может быть, вас терпеть не могут, потому что терпеть я не могла, а теперь-то у меня совсем другое отношение. Просто сказать вот людям, чтобы они, ну, как бы, ну, может, на моем примере. Я же вот у нас как начиналось? Саша стала вас слушать, смотреть. Вот послушай, посмотри. Я посмотрела, говорю, ой, нет, кричит. Да я, да никого на себя делать, да пророк, нет. Я прям вот ни в какую. Вот. А потом, когда я уже как-то, ну, стала как критически, да, я послушала, да он ничего, да нормально. Ну, громко говорит. Но я, и вот он говорит, я делаю так, потому что Бог так делает. Я успокоюсь, ага, думаю, значит, все-таки не на себя, а на Бога. Вот. И как-то вот немножко отношение стало меняться. Ну уж, а потом, когда мы поехали... Кстати, интересный был случай с платком, когда, значит, мы надумали креститься. Мне Саша говорит, так креститься тебе нельзя. Я говорю, почему нельзя? Ну ты же как жизнь-то не меняешь, вот платок не носишь. Вот вы, наверное, помните последний раз, если мы по скайпу разговаривали, без платка была. Ну я как-то думаю, ну после крещения, ну покрещусь, потом вот одену платок, наверное. Вот не хотелось мне очень. Вот. И потом, значит, я посмотрела фильм «Содом» Аркадия Мамонтова. Я прям после фильма «Дома», мне было вот прям ощущение, что я из ада вышла. И я одела платок прям вечером и думаю, больше я его не сниму. Кстати, этот день был как раз день вашего рождения, 10 июня. Вот у меня как-то так совпало, получилось, да. И интересный момент, что я когда одела платок, я почему-то вот постепенно, вы знаете, у меня поменялось отношение к вам. То есть вот это вот какая-то гордость какая-то или гордыня, которая вот не дает человеку вот к другому расположиться, что ли, слушать и воспринимать, вот именно критику на себя перевести. Нет, я лучше знаю, я там все. И, в общем, а вот платок одела, как-то по-другому стала относиться. А уж когда мы приехали в Потеряевку, я помню, вот, кстати, всем девочкам поклон, Кате Сорокиной, Галочке, Валентине, всем-всем. Любовь Николаевна, конечно, все время вспоминаю. Конечно, для меня это было просто потрясение, вот ваша Потеряевка, потому что приехали мы, я посмотрела условия, мама родная, туалет на улице, вода только холодная. И думаю, только мне 4 ночи продержаться. А к 4-й ночи я уже думала, а как бы мне еще вернуться туда? Совершенно все. Катя, наверное, меня вспомнила, когда расставались, говорит, Света, я хочу приехать еще. Говорю, я уже тоже хочу. Вы знаете, вот все недоброжелатели, вот кто будет слушать, может быть, как-то, вы знаете, вы посмотрите, как люди живут, потому что вот там нет людей теплохладных, там все люди горячие. Вот любого человека возьми, и любой человек, вот он так любит Христа и всю свою жизнь положил. И, может быть, и Анна помнит, когда она приехала, а что же, и Анна, она младше нашей дочери, младшей. Вот, и я так сижу, помню, и говорю, ой, Жанна, я бы на месте твоей мамы тебя не отпустила. Она так на меня посмотрела, говорит, ну я же молилась целый год. Я еще думаю, ну да, молилась ты тут вот жить в такой деревне. И в последний день, вот она вспомнит, мы сидели за столом, я говорю, ты помнишь, я тебе так сказала? Она говорит, помню. Я говорю, ты знаешь, я была не права. Это лучшее, что может быть вообще, чтобы приехать и жить там. Это, ну, я не знаю, совсем другой мир. Мир другой просто. И там вот на самом деле вот живешь, и у тебя душа радуется. А в мир вот возвращаешься, как будто вот, не знаю, совсем все по-другому. Вот так что я вам благодарна. Мы за вас молимся. В общем, как-то у меня вот так вот все поменялось. Я желаю всем недоброжелателям, ну как-то вот, ну посмотрите, ну мы же не идет речь о канонизации Игнатия Тихоновича или признаете его святым. Ну вы посмотрите, что человек делает, сколько людей обращается. Ну да, в чем-то, допустим, я тоже, ну я что-то не согласна, например, там с крещением младенцев, может быть, там, ну как-то вот есть моменты, но это же не значит, что все надо человека гнобить его там. Посмотрите, как человек живет, что он делает.
Спаси Христос. Дело в общем, у нас такой случай был, рядом город Камень-на-Оби. Ну и близкий священник, он иногда забывает, отец Павел Ермоленко, такой грузный, большой. И он обратился просто. Он как-то услышал, и когда услышал, сердце возгорелось. А он там, тут главная икона Коробейниковская, там народу много, каждый год крестный ход. И он среди народа начал искать, кто знает, где Потеряевка. И нашел. Да поехал еще, заблудился где-то там, заблудился в степи-то, надо с дороги-то сойдешь, а надо знать куда. Ну и вот он все это о себе рассказывал. Как он искал и как Бог удовлетворил его. И когда он книги получил, все это приобрел, приехал из всех каменных обитых и стал говорить. Ну, там одна женщина, она взяла книги, посчитала, а потом вернула. Нет, мне это мало ли кто. Я, главное, это настоятель, Гордиенко, отец Николай, он бывший парторг партии. Парторгом был. А она за него, а за ним там какие-то дела, и они давай подписи собирать, чтобы архиерей его не трогал. А потом она что-то начала вспоминать, и опять к отцу Павлу. Он говорит, тогда ты начни считать не с открытым оком, а возьми для слова Божия не туз. Это ключевая книга. Когда она начала считать, она ее не прочитала. Она сразу же к нему быстро вернулась и говорит, давай остальные книги. Я не права была. Когда начала считать, как она взахалась, что теперь делать-то? Мы за этого священника ходатайствовали, а он что делает-то? У нее вот так вот все перевернулось сразу. Я, говорит, ее не уговаривал, она благодаря книгам мгновенно переметнулась, сразу стала другой. У меня в жизни не раз такое было. Люди не знают. Вот наш архиерей заочно был знаком. Потом он рассказывает, я думал, я приеду, а как я ладить с Игнатием буду? Ладить. А когда приехал, он давай озираться, искать, где я. А я его первый встречаю, первый везу. Он совершенно не похожий. Вот апостолу Павлу говорили, в посланиях он силен, а в личном присутствии слаб и незначительный. Он приехал, я пошел овечек пасти. Я нанялся в Корчиной, там 1000 с лишним овечек. Вот. И он со мной пошел. А там прошлогодняя солома, мы залезем с ним, с архиереем-то, и валялись целый день и беседовали. И он это все сохранил. Сохранил и другим рассказывает. Архиереи тут сидят там кто. И он говорит, вот Игнатий обвиняют не православие, вам никогда не удастся завинить его. Он супер православный. Я у него 13 лет был епископом. И вот он был против где, и все у него так получилось, что он стал за, и давай защищать. Мы архиерея сидим, местного патриаршего, за столом-то. И он говорит, вот спорите с ним, вам не переспорить, Игнатия. А почему? Говорит, а вы посмотрите, говорит, какая у него голова. Мы, говорит, ехали как-то, а я, говорит, в своей этой, какая у нее там, тюбетейка-то такая, камелавка-то. Я, говорит, что-то задрожал. Он, говорит, взял свою шапку, сверху камелавки надел, она у меня просторная на голове еще-то. Ну, он это архиерею-то говорит, но архиерей-то, конечно, смеется. Вы знаете, не так, давай бы друг друга гвоздать. Он сказал мне, владыка, проси, благослови, и все. Прошло время. Видите как, у нас нет ни торговли, ничего. Десятина, батюшка поедет, сколько надо ему отвез и... Понимаете, все можно переделать, если мы будем стараться. Нельзя, ты просто уже сложил, говорится, руки. Да. Вот. Вы были на том, не остановились, стали слушать. Вот не та интонация, не тот голос. Я любой могу говорить, но это буду не я. Понимаете, вот нужно посмотреть. Вот один работает так, топором рубит, а другой вот так. А у другого меньше ударов, а вырубил быстрее. Вот говорили с этим... У нас тут две женщины были. Вот сколько ни говорили из баптистов-то. Никакого толку нет. Пришлось сказать одно предложение одному человеку. Но они сразу обратились. А в чем дело? Один Бог знает. И ни интонацию, ни на что смотрели. И стали членами церкви. Это от Бога. Вот если изменить сам себя... Я простой вопрос задам. Почему ни в одной стране, ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии нигде нет литературных институтов? А тут литературный институт имени Горького учит на писателей. Американцы говорят, а разве можно научить этому? Этому у них на поэтов никто не учится, ни Хемингуэя никто не кончал, ни Джек Лондон, никто. Почему? Это или есть, или нет. И потому, я скачу как бы в этом-то. Одна католическая монахиня писала стихотворение, но они такие, что... Не могут понять. Они, когда привели ее к епископу, епископ только начал читать, и он понял. Это не ее стихи. Он говорит, а как ты такие стихи пишешь? Там, по-нашему сказать, не складуха.
Но у ней каждое слово взято из Писания откуда. Я, говорит, сама не знаю. Я, говорит, иду, и вдруг мне мысль такая, я записала. И эти стихи сейчас печатает латинская поэзия, называется книга. Я посчитал, ну, просто близко мне это. Я вот иногда на молитве стою, сейчас нет, вот когда я бросил писать. Я 9 лет писал стихи. 9 лет. И вот черкну на молитве, бывает строчка одна. На молитве положил. Кончилось, я за эту строчку уцепился, стихотворение готово. Это 36 строчек, 9 куплетов. Как это? Ну, а как? Вивальди, знаете, он же, говорит, священник был. Ну, и получалось так, он службу ведет, как священник-то. А ему эти буги-то там, мажорные-то. Он кладет скорее и прямо на алтарь положит, где престол, где... И сказал, если бы, говорит, не он, папе сказали, его на костер возвели бы. А папа узнал, говорит, не трожьте его. Поэты и музыканты, они не сами пишут. Оставьте его в покое. Даже что бумагу положил на престол, где дары Божьи, это ничего не значит. Дары приходят и уходят. А это навсегда. А в другой момент его Господь не посещает. И то, что он около престола, это говорит о том, кто ему говорит. Поэтому на все вопросы, как сказать? Я на любой могу вопрос ответить. Я не пророк. Ну, удовлетворился. Ну, просто я говорю, вот, на днях, ну не на днях, а уже, наверное, с полмесяца, один зашел, и везде, Игнатий, да ему только слушать, это пророк в наши дни живой, я говорю, хвалящий с раннего утра, сочтен будет за засловище его, притча Соломона. Я вчера и говорю, позавчера ли, Никита, ты ему напиши, чтобы он больше не писал, а он везде, после каждого ролика втыкает, нахваливает, ничего не мог сделать, сегодня занес черный список, его все удалил. А у него ничего, кроме похвал, не было. Не похвал. Мне зачем это нужно? Да вот он... И нужно сказать, что он нигде ничего так как бы не похулил. Он как бы старался подражать, но предупреди, не предупреди. Я ничего не мог сделать больше. И за 3 дня пришлось убрать его. Сегодня вот... Ну просто я не мог больше по-другому. Люди осудят. Да он же говорил только хорошее. 16 глава. Деяния апостолов. Шла и кричала. Эти люди возвещают нам путь спасения. Помните там... прорицательным духом. Ну, а что говорила? Неправильно говорила? Все правильно. А он запретил ей выйти из нее дух. И она опустела, ничего нет. Она дальше у Павла побили, за ноги вытащили. Что за этим будет? Сатана все сделал правильно. Но только не знал он, где Бог вмешается. И в узах, когда воспевали, в это время Бог потрес все. И дальше стражник обращается. Весь дом крестился. То есть сатана имеет какие-то расчеты, вот собьем русский самолет, там будет вот так-то, так-то, но они еще ничего не знают, что будет дальше. Какое было состояние у падающего этого летчика? Что за этим? Сатана не знает, ему не открыто. Он знает, убить, погубить, солгать – это его дело. Он лжец и клеветник. Человек-убийца, да, это 8.44 Евангелия от Иоанна говорится. Но за этим он не может проглядеть. А нам дано, Павел говорит, мы имеем Дух Христов. Он даже, я не могу не говорить ему, но я уже глянул, как вы говорите, я уже поняла тогда, пришла, я уже поняла. Вот тут я не права была. Это Дух Божий делает так. И что он тебя касается, и ты слышишь, ты за это должна Бога благодарить. Все время подниматься на вторую ступень. Первая – просительная молитва. Дай, помоги, защити, исцели. Вторая – благодарю. Получил или не получил. Не получил – это не означает, что Бог отверг тебя. Он не дал... по какой-то причине, которая сокрыта. А если бы дал, ой-ой-ой, что бы у меня было? Хорошо, что он меня не расслышал. Меня арестовали, вот 9 января везли мимо большой городской елки. А у меня тут только что закончил Златоуста насчитывать, пленки крутятся, и вдруг все разворошили, все изъяли. Мне неохота было. А когда все закончилось, и когда это... помилование от Горбачева вышло, я вернулся домой, у меня такой опыт появился, который я нигде бы не купил, но зная архипелаг ГУЛАГ, я все сравнивал. Я имею такой опыт, Бог дал, что могу беседовать с закоренелыми зэками. И поэтому 17 лет работал в местной тюрьме. Ну, добровольно, не за деньги. И они знают, кто я, и сердца, и двери открыты были. У меня об этого ничего не было. Я благодарю Бога за то, что меня посадили. Вот эти 2 домика, где вот я сейчас сижу-то, это я 11 лет вел суд,
я вел, вот когда скажешь, я умираю со страху. Ну, я скажу, ты вел суд, и дом мой мне высудил. У нас ему было, что-то бояться этого слова я не знаю. То, что на этом фоне он никто. Вот почему люди так протестуют. 11 лет вел суд, и Господь позволил выиграть. И вот 13 соток, и где молиться? И вот где я живу, это два домика. 226 квадратных метров на два дома. И брат как-то выступал, и Аким и говорит, хорошо, что брата моего посадили, иначе бы молиться негде было. Ну, конечно, ну, маленько юмора, но пусть уже как старообрядец, то вот как старый кофейник-то. Вот еще можно сказать, Тихонович? И я очень благодарна вам за то, что вы научили вот меня, например, по-другому относиться к другим людям. Я имею в виду к баптистам, да. Там вот, ну, к любым вообще, потому что раньше, если бы ко мне подошли на улице, я бы как вот, одна девушка была там у вас на Благовестии, Никита подходил с Володей, а она такая идет из церкви, она ничего не слушает, что они говорят, да. Вся истина в православии, остальное это лукаво. Истина в православии, остальное это лукаво. Она даже не слушает, то они же такие же православные, Евангелие предлагают. Я в нее посмотрела, думаю, ну вот я такая же была. И тут мы были, значит, тут в Ульяновске, и молодые люди подходят. Я еще думаю, я в другое время сейчас бы убежала, сказала бы, я православная. А я остановилась и стала с ними разговаривать. Они там йогу, Кришну, чего-то, в общем. Вот. И мы с ними стали говорить, я говорю, знаете, ну все написано, вся истина в Евангелии. И вот так, а вы православные? Я говорю, ну да, вот он. Ну и вот мы все так хорошо распрощались. Я говорю, вы знаете, а я бы в другое время от вас бы убежала. А мне, говорю, один человек научился с любовью относиться вот к другим, вот, ну как бы другого, другой веры, что вообще к людям. Вот он, ну да, говорит, православные тоже прогрессируют. Правильно. И меня еще поразила одна женщина, когда я в больницу хожу, ну, с Благовестием, как там, я не знаю, в общем, по больницам ходим мы. Пришла на молебен женщина, она, значит, я так думаю, что баптистка, потому что она стала о рождении свыше говорить. Вот. Я такая говорю, а вы же это, ну, сектантка получается. Вот. Она говорит, вы знаете, а я люблю везде, где говорят про Христа. Я всегда иду и слушаю, что скажут про Христа. Я так удивилась, думаю, надо же, а мы вот так вот, у нас тут нет, мы православные, и все, и все, до свидания, мы с вами не разговариваем. А вот у вас я как раз научилась, что ну нельзя так, надо ко всем, вот как ты поговорить, и что-то свое сказать, может быть, люди услышат. И ваша служба в храме, ну, это, наверное, лучшее, что было, вот лучшая служба, которая была в моей жизни. Я все время вспоминаю это вот «Ласточкино гнездо», «Открытое окно», «Срезанная ветка розы на алоэ». И вот когда чуть-чуть так вот, я закрываю глаза и думаю, вот и поздравления после крещения. Никак не ожидали мы, что все подойдут с полевыми цветами, будут поздравлять. Конечно, вот, и когда приехали мы, у нас тут в церкви стояли, ну, там некоторые, ну а как вы крестились, а как там? И я прямо, знаете, говорю, как апостол Павел, говорю, я не знаю, или Владимир князь, говорю, где мы были, на небе или на земле? Говорю, так было все. Слава Богу, что нас нигде больше не смогли покрестить. Ну, ему тут не согласились, хотя брались. А вот что именно приехали к вам, потому что... Все, Бог вот устраивает. Да. А вы сейчас вот рассказали про вот тюрьму, а я как раз в этот момент думаю, вот у нас тоже некая аналогия. Это, конечно, не тюрьма, но вот эти испытания, которые возникли вот в связи с крещением нашим, отлучение от причастия, это такое благо на самом деле. Это вот, во-первых, в каком мы тяжелом моральном положении находились в нашем приходе, потому что очень многие люди враждовали и даже сейчас враждуют против нас вот в связи с нашей позицией. Вот. Но это настолько, вот, знаете, такое ощущение, какая-то свобода появилась, Игнатий Тихонович. Yeah. Вот, и встреча с вами, она как раз вот, ну, и позволила по-другому взглянуть на нашу веру. И в конце концов она вот через все эти испытания, крещение, вот это вот отлучение от причастия, оно сделало каким-то, знаете, свободным от меня. Я вот настолько себя чувствую свободно, что я как-то даже вот поражаюсь. Думаю, надо же, вот как хорошо, слава тебе, Господи. Вот. Вас благодарим, Игнатий Тихонович. А вы помните, когда она... А вы сказали все? Да. Вот, на Кураева Андрея-то стали нападать-то. Ну, я выступил в защиту его. А потом еще один раз откликнулся. Я ему сказал, ты теперь больше свободы не связывай. Показывай на палате вот это. Палате-то, я говорю, вот нары рядом, а сухари есть. Ой, я с него-то лишний-то растрес бы. Где, у него там есть. Со мной вставать будешь. И...
Понятно. Ну, может, я не знаю, ему передали вроде бы. Вот люди начинают говорить, как-то запутывают. Зачем запутывать? У нас вообще один запил. Мать, старушка у него, ну запил, ну что дальше делать-то? Ничего не делать. И езжайте, сестры, занимайтесь бабушкой, а его ко мне. Он пришел. Ну что, дальше будем пить или нет? Ничего не могу с собой сделать. Вот такое было. А я знаю лекарство. Какое? Переходи ко мне жить. Простое лекарство. И он перешел. Через неделю у него ничего не осталось. Ничего, только вставать больше вместе, обедать вместе, все вместе. Позавтракали, ты идешь на завод, а я остаюсь здесь. Ну и все. Понимаете как? Я был в Сан-Франциско когда, и там внизу я это мощи Иоанна Шанхайского, которого канонизировали. Ой, Максимович он. И вот меня там Антоний, Сан-Франциский, священники, Петр Перекрестов, вниз туда к мощам. Увели. И давай расспрашивать. Вот к нам просятся, чтобы присоединиться к зарубежной церкви. 92-й год еще был. А вот вы не знаете о них? Я говорю, нет, я их не знаю. Брат кое-кого знает, а всех-то мы не знаем, какие. Но я говорю, приходят не лучшие. Приходит то, что там что-то набедокурил, там его прижали. А он теперь ему узнает, что патриархия относится негативно. И он теперь начинает уже новый, говорится, словарь изучать. Ну а как их узнать? Они меня спрашивают. Я говорю, очень просто. Всем кандидатам на 3 месяца по Теряевку. И работать, и вставать. Он с нами, представьте, на дороге был бы, там на плотине, как мы. Он, да. Вы видели же все эти ролики-то? Да, конечно. Да. Вот почему жизнь? С нами вместе пить, есть, вставать, и везде это начнет скрестись. Вот на днях, ну я не знаю сколько, воскресенье, кажется, ко мне зашли вот на форум. Пара, мужчина, Николай и Анна Колесниковы. А читали, смотрели. Да. Теперь мама его, к тем она не имеет отношения, но мама его видели, как вошла? Нет, маму еще не видели. Ну, это вы выйдете на втором ролике, во второй, сейчас уже третий будет. Ага. Не третий поставил. У меня каждый день теперь будет ролик, они говорят, давайте вот это вот так. Только дали, я сразу это принял. Видите как? Они незнакомые мне люди, но предложение, я понял, ежедневно давать отчет, какие вам писали письма, что вы отвечали. Мы же ничего не знаем этого. Но раз у меня такой широкий разброс, разные люди со всего мира пишут, теперь я даю и показываю этих людей, фотографии, вопрос, ответ. Это очень-очень интересно. Да. Вышла на меня его мама, Никитина. И во втором ролике вы увидите. Никита какого, Никита? Ну, вот он какой. А, да? Да, вот это вот. Он снимает, стоит. Мама его вышла во втором. Там вопросы, ответы ежедневные там. И число. Воскресенье, понедельник, сегодня вторник. Сегодня третий ролик, завтра будет четвертый, пятый. И ролики получаются хорошие. Прямо и столько людей. И у меня даже на форуме на 50 человек подскочило число посетителей. Я их отсылаю на форуме, сами пишите, а не через контакт. Потому что ну, модераторы не всегда бывают дома и прочее. Его мама получила подаренные ей книги. Она сидит на диване, Новый Завет перед ней. Для Слова Божия они тут считают к истинному православию. Я говорю, ну вот летом-то, когда... Спрашиваю Никиту об этом. Ну, летом-то у него совсем никак не шло у Никиты. Он ничего не может, гвоздя загнуть, забить. Мама-то видела. Видела, да. Я говорю, поди страдала, еще думала-то, как вы говорите. Нет, да. Говорит. Ну, а сейчас? Сейчас ему замещание, я не знаю, за неделю там замещаний 5 больше нету. Его прям буквально за руку вести надо. Но там говорили, там Дудин тоже, этот священник-то, давай в семинар. Я говорю, ты никуда не годен, только на попа, больше никуда. Совершенно ни на что. А сейчас... Работает, да. Научается всякому делу. Преждевременно, как сказать, а вот вы говорили сурово, там, не тем голосом. Я так могу. Он 26 лет среди вас тихими голосами был. Почему его не справляли? У него ничего, кроме компьютерных игр и наркотиков. У него ничего больше не было. Все пустое. А ты посмотри, сколько времени он побыл здесь. Он еще год у меня не был. Это совершенно другой человек. И я его не исправляю, ничего. Я просто вместе с ним. Он встает хорошо, ложится нормально, послушный. И он... Ну, Никита, исправляйся хоть маленько-то.
Аминь. Мы же смотримся. Не, на самом деле, Никита, действительно, вот сейчас вот в последнее время какой-то он совсем другой даже стал. Да я даже смотрела, как он работает, я прям вообще удивлялась. Он, эта штука, вот когда вот трамвол, думаю, когда же его руки устанут, он все долбит и долбит, думаю, ну молодец какой. И вот учат они меня, у которых его нету. Ну, он среди вас был, был. Приехал добровольно, добровольно. Тебя не держат, не держат. Зазомбировали здесь тебя. Понимаешь, вот это слово услышали, они не понимают его значения. Если вы хотите правильно жить, вникайте в себя и в учение. 4.16, 1 Тимофея. В себя и в Писание. Посмотри, сходится, не сходится. Но вы говорили об этом. Когда с Сергеем-то я вам отвечал-то. Да. Здорово получилось. Правда, он что-то много поудалял там из нашего разговора. Нет, я оставлю целиком. Сегодня ночью я оставлю целиком. Это нет. Я говорю, Сергей, ты взял, а я себе. Мое я без исправления. А вот за вставки сейчас начинает долбить. Даже из Мосфильма, где он там вставки сделал. Предупреждение. И никак. Нельзя. Не могут закрыть форум. И Максим Степаненко предупредил об этом. Немедленно убирайте. Я его сразу закрыл. Ну, пока... И я его боюсь открывать, потому что нам уже было это не первое предупреждение. Но те ложные были. Ложные. Ложные были, да? Потому абсолютно ложные. Поступило на вас сообщение, вы чужим роликом воспользовались. А ролик – это монетизация. За него платят деньги, если рекламу на нем расставляют. Какой-то Сергей Полос с Украины. Что будто бы я украл у него ролик. Но они должны указать, какой ролик. Ролик такой. Я веду занятия в университете. Моя аудитория... Мой контингент снимает батюшка православный из патриархии. Ни одного слова, ни одного звука нету, который чужой бы было. То есть, ну, нарочно. На YouTube предлагает, если хотите, подавайте на наш суд. Я сразу подал. И когда стали говорить, и он на меня вышел, и я попросил, вы снимаете или судимся? Он тогда снял все обвинения. Я говорю, ну, ты хороший, разреши, я тебе книги пришлю. Он больше не ответил. В подарок. Это Бог так делает. Да, видите, да. Нас Бог испытывает. Есть такое место в Писании, говорится, Моав, страна, сидел на своих дрожжах, и вкус твой оставался в тебе. Поэтому я заброшу тебя, как меч, в дальнюю сторону. Богу это не угодно, чтобы был покой, я сидел на месте. Но он зато прямо говорит, если ты говоришь, покой ищешь, мало тебе самой гиены за это. Это борьба, это ресталище. Бегут многие, один получает награду. Те плохладные совершенно не нужны. Они уподобляются блевотине. Извергну из уст моих. Что из уст идет? Да. Ты не холоден, не горяч. А что холоден, надо объяснить, что горяч. Но не теплохладный. Теплохладный – это значит пропащий. И любое дело, где бы ни начали говорить. Вот приехал Никита. Ну, кто он такой, знать не знаю. Но я ему разрешил. Полгода, наверное, не разрешал, да? Год, наверное. Вот. Он звонит и звонит, я отказываю. Один. Иди на шахту работай в Донбассе, там уголек добывай. Учись. А его там сватают на священника. Вот такого человека. Это надо понимать, как, ну, обезличили, можно сказать, человека и принизили планку. Зачем вы издеваетесь? Священник – это должен быть самый высокоэрудированный, самый смиренный, самый имеющий страх Божий. То есть он должен быть на вершине человеческих возможностей. А здесь самая низина, и они тянут туда. Почему? Потому что тот, кто тянет, он такой же. Иначе у него были бы требования на Златоуста 6 слов о священстве, как он об этом говорит. Вот, но перед вами Никита. Все. Да. Как мы с миром приняли вот решение епископа, и как-то со спокойствием, даже невзирая на то, что думал я вот для себя, на сколько лет это все затянется, я думаю, буду с миром все это дело переносить. Вот. И Господь воздал. И вот я смотрю на Никиту и думаю тоже, по его терпению и ему воздаст Господь, конечно, даст Бог. А сейчас вообще ничего нету. Сегодня ни одного замечания не было. Вчера ему надо оглядываться, когда где поработал, чтобы оглянулся. Это как там осталось, подобрать за собой. Ну, а навыка-то никакого нету. Ну, он сразу взял, давай подметать. Ну, ты работал. Мы уходим, подбери, чтобы чисто было. Я прораб. Работал. Потому у меня... И мне было 21 год, у меня было 250 человек и 6 объектов. И все заключенные. А им нужен процент.
102%, ему один за два засчитывается. День отсидел за два. 121%, ему за один день три засчитывается. А он выработал 70, и топорных вещей держит, ко мне подходит. А я где ему возьму? А у меня опыта никакого. Вот это опыт да опыт был. Говорят, в армии люди откосить надо. А меня военком когда призвали, я готов был поцеловать его. Как я рад был. Полгода был, и даже 7 месяцев, кажется, ни одного выходного, и каждый день две смены. Домой не ходил. Помню, в столярке ночевал. Вот один случай такой был. Это у меня там написан этот. Ну, холодно где-то. А там делали гробы. Я себе сделал гроб, настелил стружек и туда лег. А утром-то уборщица-то пришла, застучала. А я гроб-то приподнял, так она чуть на мое место не легла. Ну что ж, Игнат Тихонович, благодарим вас. Христос. Значит, Диомеду вашему, Диодору, передайте наилучшие пожелания, чтобы он держал это, заочно нас не разлучили. Я этого опасаюсь, потому что вижу, ну, люди за что-то держатся. А вот когда обратишься к Богу, сразу поставь перед собой и выстрой в ряд. Что для тебя важно? Ну, на первом месте жена, дети, должность, ну и дальше все. И ты сразу должен подвести черту. Это не мое. И вот тогда ты можешь идти. Тогда ты свободно будешь стоять. Независимо от того, что жена при тебе будет, ребенок, но тебя этим не сломят. В тюрьму шагнул, говорит, Солженицын, говорит, перешагнул порог и скажи, я пришел умереть. И все. Говорит, сдохла собака. Они ничего не могут сделать. Вот эти сейчас, которые шахиды-то, их приучают. Смерть – это хорошо. Сейчас хотят вынести в российском законодательстве расстрел. Когда поймают – расстрел. А они говорят, вот здорово-то, мы этого ищем. Их нельзя напугать. Вот такие были первые христиане. Они прямо рвались на эшафот сказать о Христе и умереть. Мы не такие. Ростом пониже и духом пожиже. Пожиже, да. Ну, спаси Христа, что пришли. Спаси Христос. Богом, и другим так говорить. Вот, допустим, он наложит на вас прещение. Приму. А проще его было сказать, да пошел он такой епископ, какой он, ты переходи туда. Вам такой совет я никогда не давал. Не давал? Нет. Нет, нет. Я сказал, терпи, и Бог увидит. И Господь так сделал. Даже вы не знали сегодня утром, как будет по-другому. Да, да, сегодня не знали. Спаси Христос. Богом. Слава Христу! Как дивен Бог! Это Бог только так делает. Давай, сделай мне.